15 копеек 1991 года. СССР. Ленинградский монетный двор и Московский монетный двор. Покажу обе монеты. Данная монета — Московский монетный двор. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 15. Под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Копеек». Ниже указан год чеканки, дата 1991, расположенная полукругом вдоль канта. Слева и справа полукругом изображены колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По два листа на каждый колос. В геральдике колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют мир и силу. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты изображен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом между вершиной колосьев отчеканена пятиконечная звезда с четко выраженными гранями. Под гербом одной горизонтальной строкой обозначена аббревиатура государства, надпись «СССР», формы букв округлые. Правее и ниже герба над буквой «Р» отчеканена литера, в данном случае «М». Знак Московского монетного двора. Монета изготовлена из низильбера марки N10. Сплав 58% меди, 30% цинка и 12% никеля. Вес 2,5 грамм. Диаметр 19,56 миллиметров. Толщина 1,3 миллиметра. Чеканили монету на Московском монетном дворе массовым тиражом. Цена на такую монету от 10 до 60 рублей, в зависимости от сохранности. Монету 15 копеек 1991 года чеканили также на Ленинградском монетном дворе. Отличается тем, что правее и ниже герба на месте буквы «М» отчеканена литера «М». Сейчас я покажу такую монету. Вот монета с литерой «Л». Знак Ленинградского монетного двора. Цена на такую монету от 20 до 60 рублей.